Привет, я думала, Светка сейчас поздоровается, сидит молча. И со стороны такая просто. Привет, ребят. Короче, у нас сегодня, вчера мы посидели вообще класс. Танцевались. А сегодня? Сегодня целый день валялись. Лежали, ну я кино смотрела. Я тесто поставила, все это картошку на меня начистила, я сделала пюрешечку. И решили мы сделать вареников. Намесили тесто целую кучу, я еще не знаю, сколько у нас будет. Короче, я сразу говорю, маленькие делать не буду. Делаем большие. Знаешь? Что быстро сделать? Столько теста мы быстро не сделаем. А мы сюда же не будем делать. А завтра я пожарю чуть-чуть. Прямой эфир пошли, да? А где кока-кола? Вот у нас кока. Ты прям мои мысли читаешь. Сейчас так взгляд по взгляду сразу видно, что ему бокал надо. До свидания. Ой, надо, знаешь, что пакетики надо купить. У нас нет мешочков. Вообще, осталось 2 штуки. Они красно-белым вроде есть. Что? Они красно-белым вроде есть. Хочешь сбегать? Хочешь туда ударить? Да. Ага. Скажи, я храброй воды еще не выпила, да? Мне всегда нравится, когда Степка это. Я ругаюсь что-нибудь там, ору. А у меня чай стоит. Я чаем сегодня отпиваю целый день. Вчера весело было, сегодня пьем чай. Нет, ну я вчера перед сном тоже чай выпила. Да, 2 бокала. А, Бог? 2 бокала, да? Я торт еще даже поела. Что, ты катать будешь? Давай ты будешь катать, я буду сидеть лепить. Порешали. Тесто, кстати, у нас сегодня не такое, как всегда. Ой, на большое. Ой, мягкое. Я не знаю, как я подписалась на вареники, Светка, вообще не знаю. Ты просто не знала, что у меня. Я говорю, вареники, давай. Да, да, я говорила, давайте что-нибудь приготовим. Всех спрашивала. Но я как бы порешала, думаю, сделаю картошечку. Какую я хотела? А, я хотела сначала целую картошку с луком. Но это мои мысли были. Я когда... делали, да, лежала на кровати. Потом думаю, нет, что-то не хочется мне. Потом порешала, что я хочу котлеты. Но это идти за фаршем надо было. Мягкое тесто вообще прям. Не очень. А потом вышла Света, говорит, давай вареников. Я говорю, давай, только не раньше 6, потому что я смотрю фильм. По России я смотрела. Послушная жена. Нет, не при тебя. Я послушная. Я вообще слушаю себя. Да. Так далеко эта штука стоит. Ждем сегодня опять. Сейчас вареников наедимся. На работу. Мы есть не хотим. Хотя мы есть не хотим, потому что ждали все вареников. И кто что ел. Кто что ел. Я вот ела рыбу, бутерброды эти хомячила целый день. Кто это? Это рыба. Где на улице кто-то орёт? Ещё выпустили? Угу. Кто выпускал? Ты. Я её не выпускала. Видите, как она орёт? Ну, в смысле, я тоже слышала. Это коты орут на улице, наверное. И сегодня проснулась в 8 утра, и мне не спится. Я лежала, думаю, надо заснуть, потому что мне, ну, поспать-то надо. Полночи-то плясали. Неправда. Это. Легла. Не знаю, как уснула, но проспала до 12:30. Вообще кайф. Проснулась, она такая хорошая. Я бы еще, может, спала. Слышу, на кухне тут разговаривает, думаю,
Пойду я чаечку попью. Встала, побежала на кухню. И это тут кушала. Витя что-то делала. Я чаю себе налила, побежала, поела с бутербродиками. Ну сейчас бутербродики, вот мне плохо, Свет. Сейчас затошнило. Потому что я сейчас опять пошла, села. Опять это, не вообще сыр и хлеб. Я плохо это... Да. Но я его люблю иногда поесть. Да, была не такой покупать, там другой. Какая, какой? Ну там с зернышками. Короче, это. Вот. Короче, он получше. С семечками. Знаю. А это что, более без семечек? Это просто бородинский хлеб. Я обычно если беру, то всегда бородинский. Я борща хотела, но мне надо что-то на работу мужу. Для этого борщ отменился. Ну, на неделю точно я борща сварю. А ты свернешь, чтобы борщ варить? Варить? Да. Я ни разу не варила. Ну, что там его варить-то? Ну, давай свари, попробуй, я посмотрю, вкусно будет или нет. Тебе любой борщ нравится? Нет. Не любой. А чей ты пробовала? А? Кроме маминого, бабиного. В смысле? Я много где борщ ела. Да? Конечно. Я люблю бабин борщ. Мамин. Я люблю, как она готовит борщ. Она вообще как-то по-своему делает. У меня так ни разу не получалось. Есть-то я могу хоть у кого. Но так, чтобы любить, это много стоит. Моей любви заслужить. А, я так и не рассказала вам это. Я всем рассказала, но вам еще не рассказала. Потому что рассказала про шарик, как я надувала. Я, короче, вчера шары надуваю. Я сейчас просто вспомнила. Тут на кухне. А я шарики вообще для меня дуть шары. Это так сложно. Я дую, меня всегда трясет полностью. Я, короче, надула шар. А все надула. Остался последний шар. Ну, я такая дую. Все, потом такая смотрю на шар, думаю, так, пойдет еще или нет. Думаю, ладно, последний раз дуну и все. И, короче, последний раз. А все спят. Утро рано. Я сюрприз делала Свету, чтобы это... Она проснулась, у нее шары стоят красивые. И тут я стою такая на кухне, дую. Последний раз, фу, он как взорвался. И нечаянно я как пухнула. От страха. Вот она кричит, она в комнате. И, короче, я перепугалась. Все, каждый проснулся, бедный. Не знаю, какого взрыва. Ну, мы напугались. Я реально прям вообще жестко. Я прям так испугалась сильно. Я сразу так потихоньку бегу. Думаю, блин, я на всех разбудила. Нет? Я думаю, ну ладно. Потом спрашиваю, когда все проснулись. Я говорю, вы хоть утром слышали взрыв? Они говорят, нет. Я фух. Слава Богу. Давай это. Сразу с этого. Еще? Угу. Сейчас. И пока. Так что такие вот дела. У нас весело, весело. Ну ничего, Степана получит, нормально. Завтра пойдет в школу. Ножка у него как бы полегче, он в повязке ходит. Ну, двигается пальчики, я его у него смотрела, нормально. Если бы что-то было не то, у него бы боль была сильная. Ну, если перелом там был, значит, сильно ушиб. Делаем такую повязку. Как бы нормальненько. Завтра пойдет в школу, все, они уже в школу идут. Ну, я учителю позвоню и скажу, чтобы это на физру хотя бы несколько дней не походить. Чтобы немножко чуть-чуть успокоить, потому что ну болит же еще. Так что, как-то так. Вот это вот сейчас потуже, но все равно она мягкая, да, тесточка? Ну что поделаешь, мать так вот. Я когда воду видела, с ковшика выливала из этой крупинки, которую я словить не могла. Потому что я ее ловила, а потом пошла всю воду вылила с ковшика, чтобы ее скинуть. Не подрасчитала. А я не люблю так тесто месить, когда я всю воду выливаю. Я добавила воды, потом еще чуть-чуть. Короче.
Как-то так. Видишь, она прям мягенькая-мягенькая. Ее с собой, видишь, сразу надо соединять. На... Все. Моя выдержка, моя выдержка. Она все склеилась. Надо сразу их откидывать. Потому что реально все тесто мягкое. Надо это вырезать. Вот так вот скидывать. Там надо муки побольше. Иначе пока они сейчас надо отлежаться. Они все посклеиваются. Фига. А? Настюшка сегодня не писала ничего? Мы вчера за столом сидели, а пантера хитрая. Знает, до кого лезть. Настя на руки запрыгнула и сидит. Настя-то ее не скинет. Я говорю, вот какая хитрющая. Пантерющая, да? Вон она даже тут сидит. Она тут вокруг. О, да, он пошла. Ой, какой она колобок. Ё-моё. И на своё сейчас любимое место. Она, Степка, ты утром видел, как она со мной? А, ты видел, мы не смотришь. Она утром со мной валяется каждый день. Я занимаюсь, она каждый день. Знаю, знаю, она вот туда вот в угол, там, где плед лежит, она все время на него так залазит. Нет, она тут со мной. А, с утра? Да, она с утра. Она уже это, каждую ночь, короче, это ходит везде, шарится. Да, да, ну вчера вообще долго шарилась, прям очень сильно. Стопка шипами, да? Да, за зеркало, зеркало. Опять видео сорвалось, памяти нету нифига. Что за... Знаете, что мне? Подарите мне флешку большую. Я так на нем даю на 8 марта. А где его покупать только? В универсаме? В универсаме, я даже тебе скажу, где она продается. А я на 150, 150 рублей стоит. 550 рублей стоит. 500? Да. Это на сколько гигабайт? 24 гигабайта. Ну, я так и думал, где-то 24. У меня стоит на 4, вообще ни о чем. Она у меня памяти нету. А у меня где-то 80. Ну не флешка, а не... У тебя встроенная, да? У тебя встроенная много? 128. Ну. А у меня встроенная только 60. Ну это мне вообще ни о чем. Потому что там эти все программы, и то я периодически удалю, когда не могу видео. Ну а сколько хотели 64, типа для чего мне? Я в тот раз, когда тоже выбирала телефон, и мне сказали, посоветовали, лучше такую взять, да, а то будет глючить. Много этого будет. Поэтому тебе сейчас глючит, да? Ты бы лучше Poco X3 Pro взяла. Это что значит? Телефон хороший. Когда он сейчас только вышел, да? Нет, он вообще давно. Да? Он, у него памяти много. О, хорошо, да, хороший. Ага. Кто мне такой подарок сделает, и что? Я тебе. Это а ты меня. Зарядка большая. Вот что, Степка, одевал футболку, сюда идет. Ну нажми ты на паузу и приди. Да нет, что видос. А что не поздоровался? Точно, я забыла, даже поздоровался. Привет всем! Вернулся назад. Сейчас мы пойдем, Степка, в прямой эфир. Что, нам надо пообщаться, да? Светка... Да, об этом пишут в комментариях. Светка будет, будет, Светка это. Всё. Только Светка одна будет разговаривать. Как обычно. Ее не переговоришь. Да. Что тут Наташа вечно болтает, то Светка. Вот как и сейчас. Все время говорит. Слово мне даже не дают ставить. Вообще, я в шоке. Вот как? Да? Как мы тогда видео записывали? Я вспомню, с утра супер мамы в воду идем на пруд нырять. Было так весело, конечно, это все вспомнить. Жалко, видео нету ни одного. Нет, у нас есть видео. Они у нас на этом на жестком диске с компьютера. У нас полетел жесткий диск на компьютере на нашем, а там у меня эти видео все сохраненные. А чтобы сделать этот жесткий диск, нужно 5000. И не факт, что они все... Есть знакомые, кто может сделать мне бесплатно, восстановить диск? Я даже приеду к вам и его отдам. Может, кто есть знакомые, кто такие добрые.
Реально, я бы его остановила. Представьте, я бы это видео посмотрела. Считай, сколько лет назад было. Ну, 2 года, да? Да. Ну, прикольно, вспомнишь. Больше? Это 2017 год был. А вообще бомбические видео. Как мы в школьной форме, в костюмах, халаты. Вообще клёво. Наташа взяла сюда. Ну да, пускай висел бы висел. Ржачно. А потом уже, когда опомнились, что это надо канал вернуть, а прошло полгода. А там в течение полугода можно его вернуть, а больше нет. Так что мы потеряли наш канал. А потом начали снимать влоги. Да, Светка? Угу. Светка тоже снимала. Чуть-чуть, ей некогда все снимать. Надо Наташке позвонить. Что она делает там? А вчера, кстати, не звонила еще? Мы даже когда с родителями общались, она это... Ну? Я на улицу сегодня даже не выходила, что ли? Как там на улице погода? Тепло. На работу с утра. А потом что там, 2 дня отработаем и 23-е. Ну, 23-е мы не отмечаем. Все. Я не отмечаю, не отмечаю. Тортик, давай торт спеким сами. Давай. В смысле пеки? Давай с тобой вдвоем. Какой? Ну, какой ты хочешь. Ну, вот это, который вот быстро съездит, вообще-то понравился. У меня тут какой. Наполеон? Да. Слоеное тесто я возьму. Крем сделаю. И все. Так, теперь вот сюда хорошо муку насыпать, чтобы они у нас не слеплись. Может их вынести, а на улице тепло, да, наверное? Угу. Вот вареников мы уже, видите, сколько мы лепили. Махом, да? Угу. А, секунд. И мы тесто еще ставить не будем. Ой, тесто. Воду еще ставить не будем. Сначала налепим все, да? Угу. А потом уже поставим водичку, чтобы сразу все сварить. Все, Машек. Кота часть, Риза часть сейчас. Я так и подальше буду двигать, чтобы прям мука хорошо, чтобы они у нас не налипли. Много их будет. Так, все. Пойду сходим в прямой эфир. Тик-ток. Вот, ребят, представьте, целый тазик вареников. Ну, еще никто не кушали. И никто не хочет. Я уже кричала несколько раз, а дайте кушать. Я сейчас сама перекушу, вон сметанку достала. Ну, я попробовала 3 штуки. Очень вкусные. Сейчас саду сама покушу. Чуть-чуть. Приятного аппетита, кто собрался кушать. Домашние вареники. We're gonna make it.
поздравляем Светлану с днем рождения. Несем тортик в торт-студию! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Светлана! Поздравляем тебя! Загадывай желание и задувай свечи. Сегодня твой день, моя девочка. 18. Давайте будем пить чай! У нас чай закипел, сейчас уберем. Светлана, подожди! Ты не полностью, ты будешь резать. Она уже сбегала, все помыла, она уже пол помыла. Все, чай мы набили. Наша девочка... Ты бусинка, она что проверяет, пахнет или нет. Короче, чай мы пьем, я точно пью чай и все. С тортиком. Она отдыхает. А кто еще на чай? Дядь Петя тоже на чай прибежал? Да, кто чаечек? Конечно, мы чаечек будем пить. Караулил чай. Все, мне давайте чаечек, еще 100 грамм с чаем. Вот я люблю 100 грамм с чаем, если что. Это очень-очень вкусно. Я вытяну, я выпить, а потом чаечком запить. Поверь, если я вытяну, значит, надо. Ты будешь торт, Настя? Я буду. Я буду чай и торт. Домой возьмешь? Я еще не объелась. Как я это люблю. Я съехал.